Мы должны научиться поворачивать на нашем самолете, иначе так как совсем не дело. Да что ж такое-то? Самолет! Самолет, твою мать, вернись! Глюк, с вами Глюк. И мы опять сегодня играем в Brick Ricks, и я вроде бы как немножечко научился в нее играть. Совсем чуть-чуточку. О, у нас есть танк. Я же совсем забыл, что у нас с вами есть замечательный танк. Я не знаю, что это все значит. Тут какие-то непонятные английские надписи. Плевал я на них. В общем, ну-ка. Да! Да! О, кактус! Смерть кактусом! Да ты что, они из железобетона, что ли, кактусы здесь выращивают? Наркоманы! Галлюциногенные кактусы свои выращивают! Иди сюда, я тебя еще раздавлю! Нет, не раздавлю. Я сейчас знаю, что я сделаю. Я сейчас возьму его, пристрелю, этот наглый, упоротый кактус. Он совсем Вот, да, вот это я понимаю, вот это, вот так и надо с кактусом. Вот так вот это. Думаю, сейчас мы с вами попытаемся создать шедевр. Знаете, в чем он будет заключаться? В том, что у нас вот эта хреновина, которую вы сейчас видите перед собой, она полетит. Да, совершенно верно, она будет летать. По моей задумке, это должен был быть вертолет. Но что-то сильно пошло не так, и я теперь не знаю, что это. То ли это мельница на колесах, то ли это действительно вертолет, может быть. А почему он не едет вперед? Что не так с этой машиной? Давайте Почему? А чё не взлетаем? Ё-моё, серьезно что ли? О, блин. Что-то не так с нашими колесами. Давай подлетаем, мы подъемной силой поднимемся, блин, ну, все же нормально было, что не так-то? Почему передняя вертушка не крутится ни хрена, блин? Я научился включать двигатели. Двигатели! Ладно, включать-то я их научился, а почему они не всегда работают-то, ну? Вау! Вася, что произошло? О, вот теперь двигатели горят. Нормально. Это я понимаю. Ё-моё. Ё-моё, что происходит? Плохо. Плохо все происходит. О, я научился восстанавливать тачку. Блин! Да что ж такое-то, вы серьезно? Да ну я только вызываю новый самолет, он тут же рассыпается. Сраные кактусы железобетонные. Мне нужна ровная площадка для взлета. Это совсем не подходит, это не дело. Отлично, теперь мы должны лететь. Подлетай! Подлетай! Я научился летать на пассажирском, мать его, лайнере. Как же это, гребаный йод, страшно-то. Только заворачивать не научился до сих пор. Заверните кто-нибудь. Эвакуация. Давай так, слоумо. Сидушка от моей жопы отлетела. Это печально. Я не люблю, когда сидушка от моей жопы отлетает. А где сам самолет? А, вон он. Так, теперь надо найти сидушку, чтобы восстановить мое транспортное средство. Мы должны научиться поворачивать на нашем самолете, иначе так как-то совсем не дело. Да что ж такое-то? Самолет! Самолет, твою мать, вернись! Где самолет? Куда он улетел? Самолет! Где самолет? Я вижу только свой труп. Вы даже не представляете себе, насколько тяжело быть летчиком. Особенно в этой игре. Так, вот, все, повернули. Отлично. А как насчет теперь повернуть туда?
туда поворачивай, налево заворачивай. Заворачивайте, говорю, тут стенка! Сноум! Смотрите, смотрите, он разлетается тут. Давайте еще посмотрим на него, как он будет падать. Это крушение надо заснять обязательно. Ну-ка. О май гадабл. О май гадабл, он сейчас разобьется. Крыло. Все, кирдык нашему самолету. Офигенно разлетается. Давай, давай, давай. Последние движки. Знаете, из всех карт мне здесь больше всего нравится город. Вот он вообще реально классный. Вау! Они сразу включаются. У-ху-ху-ху-ху-ху! Блин! Это было круто. Ну-ка, давайте-ка еще разочек. Так, едем, едем. Хренакс! Блин, надо сейчас слома врубить. А, погода, дурацкая погода. Нет, я хочу солнечную погоду. Все, без изменений. Все. Включаем слоумо. И смотрим. Давай, давай, давай. Вы серьезно, что ли? Это вам что, ракета, что ли? Офигеть, я еще и летаю на пожарной машине. Ребят, я просто охрененный летчик. Не, вы серьезно, смотрите, я еще и сальтаки в воздухе отфигачиваю, а? Вот это мастер, вот это я понимаю. Ой, блин, что-то бампер отвалился случайненько совсем. Я не виноват, я этого не делал. Давай, давай, разбейся. Да, разлетаемся на кусочки. Горим. Уи! Какой тут офигенный слоумо. Не знаю, ребят, чем сейчас все это закончится, но я поставил сзади 4 трастера. 4. Теперь нас должно просто нахрен разнести. Ну почти. Блин, ну я почти в космос улетел. Но нет, за место этого я просто снес 2 здания. Да что такое? Я восстановил тачку, она взорвалась. О! Во! Ну вот это я понимаю, вот это уже... Это уже ближе к Kerbal Space Program. Блин! Ё-моё, я вылетел. Я обожаю вылетать. Давай, давай, взлетай. Да шо ж так... оно не взлетает, нифига. Оно переворачивается. Почему ты переворачиваешься? Давай! Включаем слоумо. И смотрим. Да блин, тупое окошко, уйди. Да, 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 да. Офигеть, разлетелось все нафиг. Класс. Вы так посмотрите, как это красиво летит, а все. А теперь хоп. Уи. И лифтик приземлился. Лифтику. Йо! Это как было сейчас? Я всего лишь Е нажал и нафиг вылетел оттуда. Ладно. А теперь попробуем спрыгнуть вниз. Прямо сейчас на здание. Хренакс. И все, и нет уже сигналки. Вау! Отлично. Вот если бы я еще бензобаки впереди прикрепил, было бы вообще круто. Ну видите, короче, фургончик бронированный, ему пофигу, он еще до сих пор на ходу. Ну как на ходу, если бы он еще перевернулся, конечно, нормально. Во, вот теперь даже на нем можно ездить. Класс. Это наш замечательный ролик по Брик Рикс подошел к концу, и
Если вам понравилось, то расскажите об этом видео своим друзьям, пусть они тоже поугарают. Етицкая сила! Красота-то какая. Да. А восстановить машинку можно? О, красота. Ну и, собственно, все. Всем бобра. Ну, там, напишите в комментариях, что можно устроить еще в этой игрушке прикольненько, потому что, ну, не знаю, моей фантазии иногда бывает не хватает. Ну, блин, как они классно разлетаются здесь. Просто шедевр. Это просто круто. Вот. Ну, в общем, всем бобра. Ты подписаться должен на Глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Пара-пара-пара-пара-пара-пара-пам. Пам-пара-бу-пам.